Свекровь приехала в гости на неделю, я сразу собрала все вещи и уматываю. Дорогие свекрови, говорю от лица всех невест, это раздражает. Я понимаю, прийти на час, на неделю, куда вы приезжаете? Вот просто неделю вы думаете, я каждое утро буду вставать вместо часу дня в 8 утра и буду счастливой от этого, улыбаться? А потому что ты, свекровь, не встанешь в 12, тебе принципиально нужно встать раньше невестки, сделать вид, что ты убираешься по дому, чтобы твой сыночек подумал, какая у меня плохая жена, какая у меня прекрасная мама. Зачем вы это делаете? Зачем? 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 А самое ужасное, еще стучаться в комнату к нам? А что вы спите так долго? Блин, ты еще... Нет, извините, она даже не стучится, она сразу открывает. Что-то я совсем уже из нее королеву сделала. Она прям открывает, сразу и заходит. Дорогие свекрови, говорю от лица всех невест, оставьте в покое молодых. Пожалуйста. Еще момент. Какого черта мы должны любить ваших матерей? Если не любится... Это ваши мамы, это они вас рожали. Не нас, а вас. Вот вы их и любите. У меня есть моя мама, которую я очень люблю. Почему я должна выдавливать свою любовь к твоей маме?